как же все-таки хорошо спится в этом офигительно маленьком домике в один блок в Майнкрафте. Всем привет, с вами Кубик, и сегодня я снова оказался в этом офигительном Майнкрафте в очень-очень маленьком. Ё-моё, просто капец. Давай сейчас посмотрим, что здесь у нас такое изменилось. Опа-на, это что такое? Это что, динамит, что ли? Откуда он здесь взялся? Что-то нифига непонятно. Ладно, пока что просто забудем про него. Так, еще один какой-то домик здесь. Там он откуда взялся? Ё-моё, это что? Это, походу, замок. Ну, басика, нормально. Только, знаешь, что я понял? Смотри, у этого замка есть защита. У этого, у замка профессионала тоже есть защита. Там еще какие-то новые постройки. Ё-моё. А у меня, блин, просто обычный домик. Почему так? Что-то нифига непонятно. А может просто взять и попросить профессионала, чтобы он мне тоже защиту построил? Я думаю, что это будет хорошая идея, но только если ты поставишь свой лайкосик на этот видосик, да-да-да, потому что лайки я очень сильно люблю. И, кстати, если ты помнишь, у меня же там еще была секретная такая комнатка, мы с тобой так и не решили, что у нас в ней будет, лаборатория или какой-то секретный подвал, так что вот, если у тебя есть какие-нибудь идеи, обязательно напиши их в комментарии, а я пока что возьму и вставлю в видосик рандомный коммент. Видишь, у этого чувака? Он просто взял, написал свой комментарий и оказался прямо сейчас в видосике, поэтому ты тоже можешь там оказаться. А я пока что подхожу к профессионалу. Прокендол! О, это что за окошко такое? Профессионал! Ну, раз, ты где? Ой, не случайно. Профессионал, привет, как дела? Привет, а ты с какой стороны? Я тебя не вижу. Да я вот здесь, блин, где у тебя окошко? С моего домика, ты что ли глупый? Какое окошко? Погоди, а, ща. Вот здесь я, привет, профессионал. Я у тебя тут только что кое-что сломал, но я даже сам не заметил, что. Надеюсь, все будет нормально. Ой. Че это ты сломал на бас? Я не да понял. Я сам не понял. Подожди, что-то этот дождик прям очень сильно мешает. Мне кажется, что его лучше выключить на самом деле, чтобы было солнышко. Вот это хороший день. Погоди, я сейчас выйду и проверю. Ты что тут натворил? Да, давай, а ну-ка. Выходи. Да ничего не натворил. Вообще все супер гуд. Профессионал, меня здесь не было всего лишь пару дней. Че ты здесь такое вообще наделал, блин? А, так, ты спи больше, у меня вообще там еще целых два новых домика появилось. Так я вижу, покажу? У тебя там два домика, потом еще не самый, какой-то самый настоящий замок появился. Это что вообще за фигня, блин? А, так это Савчика замок, представляешь, да? Офигеть, Нубасик так я так построил. И понял, то, что это замок самого настоящего Нубасика, ведь он золотой, да. Вообще крутецкий. А ты-то где был? Че делаешь? Че пришел вообще ко мне? Я просто спал. Да. А, ну ясно. Ну ладно, тогда спи, я погнал. Так как-то получилось. В смысле, куда погнал? Покажи лучше, что у тебя здесь за постройки такие появились. Лаки-блок? Ну да, в лаки-блоке дом прямо внутри. Подожди, так это что, самые настоящие домики, что ли? Конечно, можешь зайти и посмотреть. Офигеть, ну ладно. Так, профессионал, мне пока что немного не до этого. Я хотел к тебе немного обратиться к самой настоящей просьбе. В общем, я посмотрел, у тебя тут защита есть. У Савчика там тоже есть защита. А у меня вот ничего нету, может быть, ты мне с этим поможешь как-нибудь? О, не, все, это, я до свидания. Я тогда сейчас твой дом нафиг что-нибудь с ним сделаю, подожгу его полностью, понял? Я тебя подожгу. Слушай, ну, Бас, ты меня в прошлый раз что, выгнал, сказал, давай проваливай, там все ты мне построил, до свидания. Я тебе не хочу помогать ты больше. Ты что, глупый, что ли? Вообще, на самом деле, такого не было. Я такого не помню, значит, это на самом деле все было не так. Все, погнали, давай мне строить уже. Не, я тебе не буду помогать. Ну, профессионал, блин. Все, ладно, договорились. У меня есть одно суперсекретное оружие, которое тебе 100% заинтересует. Какое такое оружие? Давай, еще? Давай рассказывай. От зрителей. Давай. Сейчас они тебе целую фору лайков завезут, и ты мне тогда башню построишь, точнее мою защиту. Договорились? Погоди, мне нужно секундочку, чтобы посовещаться. Ну что там, ну бас, лайки поставлены? Да, профессионал, они все уже сделали. Даже я сам в твой видосик зашел и лайк запилил уже. Проверяю. Ага, так, слушай, не стоят лайки, ты меня обманываешь? Ты просто глаза разуй, ты, наверное, на чужой видосик какой-нибудь зашел, тормоз. Но вроде бы уже стоят. Так, ребята, вот, ставьте лайк, иначе я ему не буду помогать. Помогите мне, пожалуйста. Все, погнали уже строить, профессионал. А то я один точно не справлюсь. Так уж и быть, пойдем. А из чего ты хочешь сделать свою защиту, дурацкую? Ну, я не знаю, смотри, раз из золотых блоков уже есть, из бедрока из твоего тоже есть, может быть, придумать что-нибудь необычное? А, например, из алмазов можно, из алмазов нет. Ты дурак, что ли? Я бы лучше из кустиков из каких-нибудь сделал, чем нафиг из твоих алмазов. Ну и нафиг вообще. Давай, как ты из кустиков сделаешь защиту? Давай из обсидиана! Из обсидиана? Слушай, ну идея хорошая, погоди, сейчас я найду тогда обсидиан, тебе да, его выдам. Да, нужно его найти, вот, главное, чтобы только он сработал. О, получилось, что ли? Нифига себе, нормально. Так, ну все, давай надо будем потихоньку строить, что такое? Давай возьмем другой обсидиан, сейчас я тебе его тоже скину. В смысле, а с этим-то что не так? Он что, просто из другого мода, что ли? Какой-то ты, получается, тормоз.
бракованный. А, ну я понял, просто ты мне решил подсунуть какую-то фальшивку, да? Нифига ты, конечно, решил меня как подставить. Вот, нормально вот так вот будет, смотри. Я думаю, что будет не просто нормально, будет вообще, на самом деле, так, бомбезно вообще, прям палю. Слушай, пасеку. Я тебе еще вот что предложу, ты пока строй ту стенку, а я тебе сейчас такую штуку покажу, ты офигеешь просто. В смысле, так. Какую еще штуку, вот так профессионал? Ща увидишь. Раз тебе нужна защита, то я тебе покажу защиту. Я, кажется, вот. Понял, что ты хочешь сделать. Ты что, хочешь лаву залить? Нифига да. Себе! Слушай, прикольно. Ну это же круто. Если уж делать защиту, то делать ее прям максимально профессионально. Да, 100%. Я думаю, прям точно так же. Подожди, а может у тебя еще здесь какие-нибудь ловушки есть в модах? Нет, а то я что-то как здесь не особо разбираюсь. А, не-не-не, нет никаких ловушек. Есть вот только для нубиков. Че? В смысле ты офигел? Да, ну, не-не, никаких ловушек. Слушай, ну вот так вот лава в два блока будет достаточно, в принципе. И обсидиана. Так, ой, что-то тут лишнее поставил немножко. Да, бывает. Ладно, ничего, сейчас быстренько с тобой все построим, и будет вообще такая бомбезная защита. Главное, чтобы она только была 100% защита от профессионалов, и в нее никто не пробрался никогда. Ты же не проберешься. Ты думаешь, я не проберусь в свою же защиту? Да, что-то этого я немного не учел. Ну ладно, давай просто тогда будем строить, и все, и будет вообще все бомбезно. Ну, иди строй с той стороны, а я буду строить с этой стороны. Окей, я тебя понял, сейчас быстренько здесь будем все продолжать аккуратненько строить, и вообще будет все супер-супер гуд. Так, сколько блоков? Вот столько достаточно будет? Раз, высоту два, три, между? Четыре. Да. Ну, я думаю, что нормально. Подожди, как этот блок убрать? Ой, блин, надеюсь, я ничего не накосячил. Ой, профессионал! Что а это такое? Что здесь такое? Где? Ну вот этот вот домик какой-то необычный. Здесь на нем написано нуб. Это что такое? А! Ты что, а ты что, не видел что ли до этого? Нет, вообще первый раз его увидел. Я не знаю, это что вообще за фигня? Его же не было вроде в прошлый раз. Вот это он дурак, конечно. Это подарок я тебе сделал. Как ты так не заметил? А я забыл совсем. Ой, совсем забыл. Это. Я вообще-то все слышал, в смысле, что значит дурак, ты офигел? Это тебе показалось, Дубас. Смотри, это домик внутри вот золотого блока. Погляди, вот тут видишь, все золотое. Нифига себе, так я думал то, что это какой-то другой же блок вроде бы был снаружи. Не-не-не, написано нубский блок, нубский. Вот, смотри, кровать золотая. Нифига себе, прикольно, так погоди, а это чей домик получается? Ну твой чей. Серьезно? Это да, что, получается, тебя... подарок, что ли, для меня, пока да, я спал? Да, я же тебе говорю, прям подарок внутри вот блока не этого. Нифига, так это что, получается, у меня будет целых два домика? Ой, блин, ну я да. Я сейчас знаешь, какую проблему понял? То, что какой? Придется защиту строить в два раза больше. А, ну так это же не проблема, что мы сейчас вот так ну, вот... Ну да, на самом деле, это реально не проблема, просто дальше будем строить и все. Так, подожди, а что-нибудь в этом домике есть интересненькое такое или нет? Я там еще пойду полажу, посмотрю, что-нибудь ну, в нем такое. Посмотри, а я пока на улочке здесь постою, что-нибудь поделаю. Окей, договорились. Так, ну я пока что смотрю, что-то здесь вообще, на самом деле, ничегошеньки нету. Так, я не знаю, ну ты пока смотри внимательно. Ой, так, подожди, я что-то вижу какой-то дымок и... О, нет! О, нет! Профессионал, ты чё, это динамит, что ли, был? Ё-моё, ты зачем себя взрываешь? Взорвётся, офигеть, профессионал, ты дурак, что ли? Зачем ты меня так подставил? Это чё за троллинг-ловушка была? Вот сейчас ты узнаешь, сейчас за троллинг-ловушка, смотри-ка. Бам! Дурак! Как я теперь сейчас в дом свой поднимусь? Блин, он так высоко вообще стал. Походу, больше ты в домик свой не поднимешься. От него ведь ничего толком ладно, не осталось. Ладно, профессионал, я тебя понял. Блин, нафига ты это все сделал? Это что за поставил сейчас было? Я валю на бас, давай пока-пока. Ё-моё, что сейчас с этим совсем делать? Будешь меня еще прогонять. Все, я сваливаю. Просто офигеть, смотри, что профессионал наделал с моим домом, блин, ладно, хотя бы дом остался целый, ну блин, я же внизу хотел сделать свою секретную лабораторию, что сейчас с ней просто произошло, нифигашеньки, непонятно, а, погоди, так здесь же какие-то блоки есть необычные, так, а, так я могу просто свою лабораторию, получается, сейчас найти, что ли, нифига себе, вот это лайфхак, так, погоди, вот это тот блок или нет, это здесь лава, блин, я не знаю, это тот блок на самом деле или нет, как его сейчас найти-то тогда теперь? Вот, блин, профессионал. Ну ладно, зато хотя бы он попался в мою ловушечку. И я на самом деле видел то, что этот дом был из динамита. И он хотел меня затроллить. Я просто решил его проверить, будет он меня убивать или нет. И он все-таки выбрал неправильный ответ. Я сейчас тогда здесь просто немного чем-то позанимаюсь, там попробую домик построить или что-нибудь такое, чтобы профессионал ни до чего не догадался. И, короче, смотри, что у меня есть в инвентаре. У меня есть микродинамиты. Я могу просто взять, подойти к этому профессионалу и заложить абсолютно весь его дом, потому что он просто офигел. Блин, меня сейчас так вообще на него горит. Я даже не знаю, что я сейчас этим профессионалом устрою, что просто капец. Блин, еще и крыша там валяется, ё-моё, просто какая-то фигня. Ладно, я думаю, то, что профессионал меня сейчас не спасет.
завалит, и можно идти по фасту закладывать его домик динамитом. Сейчас этому профессионалу точно не поздоровится. Я его сейчас вообще весь дом заложу, что он просто будет максимально в шоке. Ну все, профессионал, держись. Ах, ну что, смотри, что я тут уже такое настроил. Мне кажется, что это будет просто бомбезно. Так, он, кажется, сюда уже идет. Профессионал, ё-моё, он уже идет, нужно быстрее все закладывать. Быстрее, 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 быстрее. Так, пока он меня не спалил. Пока он меня не спалил. Ты что тут делаешь? Привет, профессионал, как дела? Подожди, остановись, только ничего не поджигай. Ни в коем случае. Я подумаю сейчас, то, что я подожгу тебе вообще весь просто твой дом. А он не взорвался. В смысле, подожди, что-то я не понял. Серьезно? Это, блин, весь динамит, я вот так много закладывал, и нифига не произошло. Это что за эпик фейл, блин, смотри, что ты с моим домом сделал. И что с твоим домом? Так, это будет дополнительная защита для моей базы. Все, ну давай, красава. Я сейчас точно что-нибудь придумаю и взорву весь абсолютно твой дом. Ничего, хорош придумать. Профессионал, я пошел закладывать твою всю деревню, которую ты здесь построил. Тебе сейчас точно не поздоровится. Не закладывай на вас. А ну-ка успокойся! Так, бежим сюда! Капец, сколько здесь детишек! Надеюсь, что сейчас весь твой дом взорвется просто к чертям! Да перестань, ну бас! Ой-ой-ой, все, это война, я тебе устрою! Ладно, профессионал, уговорил, война так война, но давай я сначала просто возьму и выйду из своей деревни, чтобы ты со мной ничего не сделал, ладно? Давай, обматывай! Все, я уже ухожу, не переживай, сейчас все будет все нормально, больше не трону! Ой, подожди, у меня что-то Майнкрафт немного завис, ё-моё, что такое происходит? Вот и все, я успею тебя поджечь, а ну-ка да, правильно, вот и поджигай! Бери быстрее отсюда, ё-моё, я походу умру! Чё ты натворил? Офигеть! Вот это был просто эпик фейл! Ну ты вообще обнаглел! Офигеть! Кажись, пора немножечко бежать! У меня все-таки получилось отомстить этому профессионалу, и было просто бомбезно, смотри! От его замка там вообще ничего не осталось, ну, практически. На самом деле, конечно, у него весь замок полный, ну, короче, ты все понял, я просто сделал то же самое, что и профессионал сделал со мной, потому что с нубами так поступать нельзя, ведь нубасики намного лучше, чем профессионалы. А если ты считаешь так же, обязательно напиши свой комментарий и подпишись на мой канал, и обязательно поставь лайкосик на этот видосик. А еще не забудь посмотреть другие видосики на моем канале. Ну а с вами был Кубик Нубик и Харди. Пока!